Они заботятся о нашем здоровье и первыми приходят на помощь. Медики Ханты-Мансийска отметили свой профессиональный праздник. Лучших представителей этой профессии накануне лично поблагодарили представители муниципальной власти Максим Ряшин и Константин Пичуков. В торжественной обстановке глава окружного центра вручил работникам медицинских учреждений города благодарственные письма, отметив, что их деятельность является одной из самых сложных, а потому заслуживает признательности и уважения. Главный объект, над которым вы работаете, человек – это целая вселенная. Это многогранное создание, работу с которым невозможно зарегламентировать. Наверное, так же, как и для педагога, это очень сложно сделать. И кроме профессионализма и опыта, человек, который занимается этой работой, должен обладать интуицией, должен обладать способностью к эмпатии, к сопереживанию, должен прочувствовать другого человека для того, чтобы смочь ему помочь. И, конечно, это делает вашу профессию абсолютно выделяющимся из всех перечней, наверное, профессиональной деятельности.